Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мой сын вместе с нами. Ой, брунулечка, кровиночка. Твикс маме на сердце уже вырос. Посмотрите, какой он большой стал. Да подожди, подожди, людям надо тебя показать. Вот какой он у нас красавец. Красавец что-то хочет. Давайте ему тоже что-то дадим, чтобы он сидел и кушал. Так. Сидеть. Так, давайте вот эту ножку. Ну, стопудово есть не будет, но дадим. Твикс, 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 иди сюда. Твикс, сюда, сюда. Твикс, твикс. Твикс, кс, кс. Кс, кс, кс. Кс, кс, кс. Кс, кс, кс. На кс, кс он не отзывается, на твикс он не отзывается. Твикс! Еще раз всем привет. Рада, что вы вновь заглянули на мой канал. Сегодня, как всегда, у нас мукбанг. Это вкуснейшие крылышки. Рецепт, как всегда, в инфобоксе. И очень вкусная хрустящая картошечка фри. Мама все ругалась со мной, говорит, давай быстрее, сейчас картошка будет не свежая, не вкусная. Я среди доставок никогда не заказываю картошку фри. Разве что в Макдональдсе. Потому что пока она доедет до меня, она становится невкусной. Поэтому этот момент учитывайте. В ресторане кушаешь картошку фри. Это прям кайф. Но когда доставка... Опять обезболивающее выпила. Эти зубы мудрости, они просто меня достали, сколько можно мучить человека. Выпила и вчера ночью обезболивающее, легла спать. И сегодня просто не могу терпеть. Скорее всего, придется пойти к врачу. Вырезать это все дело хирургическим путем. Потому что, видимо, они у меня как-то неправильно растут. Я не понимаю, почему такая боль. У меня у брата зуб мудрости. Нижние, по-моему, 18 лет вышли, верхние в 19. У меня позднее и намного болезненнее. У брата уже они изгнили. Я уже и вытащил их к моим годам. Так, поливаем. Это соус у нас наш шараб. Прям любовь моя. Он кисло-сладкий такой, знаете. У вас в супермаркетах вы можете найти под названием гранатовый соус. Обязательно пробуйте, потому что это нечто. Вот эти зубы меня прям достали, доконали. Слава богу, несмотря ни на какие ограничения, стоматологи продолжают свою деятельность, и слава богу. Вы только предприняли вот эти ограничения, и все, сразу у нас число заболевших уменьшилось. И слава богу, наконец-то эту вакцину бы... Всем бы сделали, и все. Ну и сейчас, знаете, просто дома лечится. Не госпитализируют, потому что мест нету просто куда. Только тяжелые случаи. У меня, например, брат как раз-таки был среди тяжелых случаев, но он переболел, все нормально. Не знаю насчет иммунитета, как там дела обстоят. Мне почему-то кажется, что должен быть какой-то иммунитет. Хотя я не биолог, не химик, не вирусолог. Просто чистый мукбанкер, мне так кажется. А еще ходит слушок. Не знаю, сколько будут предприняты эти ограничения, но говорят, что... Под Новый год, чтобы все друг к другу в гости не ходили,
Запретят 4 дня выходить из дома. Это то есть 30-31, чтобы люди не устраивали гуляния. Понятное дело, у нас все любят ходить к своим родственникам. Столько людей среди моих знакомых туда-сюда ходит. Причем, знаете, рискуя, ходят, вот их поймают и оштрафуют на 5000. Но они все равно дома сидеть не могут. Я спокойно сижу дома. Единственное, что меня напрягает, мне очень хочется купить себе одежду. Как только этот карантин закончится, я сразу оторвусь прям. Куплю себе до хрена всего. Одежда, бижутерия, все что угодно. Хотя я бижутерию не люблю, но знаете, я одни сережки увидела в Нью-Йорке. Около 9 манат они стоили. 400 рублей. Это была бижутерия, но настолько красиво смотрелась. Настолько прям идеально. Наверное, вы помните историю. Не знаю, вы смотрите мой инстаграм или нет. Я снимала историю. И там сказала, сережки бомба, если честно. И там в ТикТоке есть такой прикол. Клубника бомба, если честно. Все начали мне это писать. В общем, кто подписан на инстаграм, тот видел эти сережки. Они обалденные. Они были в серебре, в золоте и в розовом золоте. Твикс. Твикс сейчас пьет из стакана бабушки. Надо будет потом помыть стакан и положить ей, потому что бабушка ненавидит животных. А больше всего она ненавидит кошек. А причем Твикс, он чувствует, что его ненавидят. И он никогда в эту комнату не заходит. Не знаю, откуда он понимает, что она как-то не очень его любит. То есть она руку не поднимает на котенка, естественно. Просто своим взглядом показывает, что Твикс ей не импонирует. Собиралась отвечать на вопросы, говорю, не знаю, фиг знает о чем. Сегодня думала снимать влог или не снимать. Вы меня тоже поймите, я на улицу выйти не могу. Единственное, что я могу снять, пойти в супермаркет. Какой-то интересной, знаете, разнообразной жизни у меня нету, поэтому у меня такой, знаете, вопрос, стоит ли снимать влоги. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Стоит ли вот эта вот однообразная моя жизнь, как я там что-то делаю по дому, снимаю видео. Стоит ли это все снимать и транслировать вам, или все-таки лучше обойтись без этого? Обязательно пишите. Смотрю инстаграм, у меня такое ощущение, что только я сижу дома. Все что-то отдыхают, куда-то ездят. Как будто карантин только для меня, честно. Но я вам говорила, что я очень законопослушный человек. Я всегда боюсь, что у меня будут проблемы с законом. Поэтому я предпочитаю сидеть дома. Давайте немножко поотвечаем на вопросы. Привет, Айка, у меня есть YouTube-канал, и уже 2 года он не развивается. У меня на каждом видео по 100 просмотров, и ничего не идет вперед. Что ты можешь посоветовать таким людям? Возможно, у вас не идет вперед, тематика не та. Но вот знаете, если долгое время не идет ничего вперед, не знаю, на мой взгляд, не стоит ждать чуда. То есть и дальше продолжать одно и то же снимать. Возможно, вы снимали кулинарию, попробуйте снять влоги. Если вы снимали влоги, и у вас это вообще не идет по 100 просмотров на каждом видео, попробуйте, не знаю, какой-то хендмейд, попробуйте какие-то рецепты.
То есть кардинально поменять спектр своего движения. Если эта тематика не идет, то какая-то другая по-любому пойдет. Когда я только завела канал, у меня была просто мечта, чтобы на каждом видео было по 1000 просмотров, и все. Больше мне оно не надо было. Мне хотелось 100 тысяч, ой, 10 тысяч подписчиков. На каждом видео по 1000 просмотров. Ну, слава богу, сейчас все офигенно. Вот все там пишут, теги надо ставить. Честно, я не вижу никакой разницы, когда ты ставишь теги и когда не ставишь. Возможно, действительно, это когда-то работало, когда не было настолько большой конкуренции. Просто я вам рекомендую показывать, например, видео, когда у тебя нет аудитории, зрители тебя не знают, и просто так смотреть твои видео не будут. Я просто рекомендую самые интересные моменты видео, чтобы они были в начале видео. Тем самым вы зарабатываете какое-то удержание аудитории. То есть, например, ты снимаешь покупки, правильно? Ты в начале видео показываешь самые крутые покупки, чтобы зритель не вышел из твоего видео. Потому что если он сразу выйдет, то уже другому зрителю твое видео рекомендовать не будут. Очень большая роль играет именно удержание аудитории. Но если зрители смотрят долго ваш ролик, то YouTube считает, что что-то зацепило. Потому что обложка и название можно написать сейчас что угодно. Я однажды смотрела блог какой-то турецкой женщины. В общем, девушка из Дагестана, она переехала в Турцию, жила с турком. Не знаю, чем там дело закончилось, но, в общем, у нее было видео, как сейчас помню. Она написала, вот, говорит, теща меня ударила. И видео просто в конце, она так рукой задела тещу ее. Они там посмеялись и все. То есть конкретный был обман. И вот после этого я ее перестала смотреть. И я считаю, что просто к аудитории нужно относиться искренне. Если ты будешь врать, если ты будешь обманывать, то люди это чувствуют. Но самое главное для начала набрать хоть какую-то аудиторию. А чтобы это сделать? Теги, названия, обложки, возможно, это тоже как-то влияет. Но самое главное влияет удержание аудитории, чтобы зрители смотрели видео хотя бы до половины. Это потом, когда у тебя уже есть аудитория, ты можешь сказать, ой, самые интересные покупки у нас будут в конце видео, чтобы люди досмотрели это видео. Но изначально, когда тебя не знают, заходят на твое видео, смотрят, а какую-то фигню накупил. Ну, к примеру, да? Старайся сделать самым насыщенным начало видео. Вот. Если сразу не выйдет зритель, то дальше уже больше шансов, что кому-то еще порекомендует YouTube твой ролик. Мамин Твикс еще хочет. Твикс, 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 Твикс. О, какой радостный мальчик, на. Сейчас я начну писать, жареное нельзя, вареное нельзя, это нельзя. Я питаюсь так же, как мой котик. То есть мы питаемся так, как вкусно. Да, мое золото? Да. Да, мамина радость.
Обожаю крылышки, особенно с вот этим вот наршарабом. Получается улет просто. Просто взрыв. В общем, на этом все. Ставьте лайки, скоро выйдет мой мукбанг.